Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня тест нашей имбо-прокачки, которую мы сделали в прошлый раз. Решил я затестировать бардика, которого мы сделали. Сейчас, возможно, немножко еще его даже докачаем. Не докачала его в прошлый раз. Затестировать его на битве гильдий против топов. Правда, без истинной веры. Мой с истинной верой, кстати, бард там проседал. Попробуем этого. И плюс у нас питомец не максимальный. Надо будет его тоже потом докачать. В общем, поехали. Ну и сюда, скорее всего, что у нас? СО, вот такая вот сборка. Сейчас единственное, возможно, я еще попробую доролить одну пятерку, чтобы у нас было с вами, если получится, 6 созвездий и улучшенный отхил, соответственно. Так, отлично, есть. По мажорному крутанем пару раз. Атака. И резист. Ладно, пусть будет. Этого вполне должно хватить. Так, вот такая вот у нас сборка. 13-13. Сейчас я гляну, что там у нас дальше по камням. Ну, дальше надо других героев в линейке прокачать. Ну, у нас они, видите, все тут не особо прокачаны. Я и не хочу сильно силу поднимать. Так, с этим разобрались. 10 дней у нас еще есть. Можно будет дофармить, успеть. Думаю, успеем. Поехали на битву гильдий, будем пробовать соло проходить наших противников. Кто-то слился. Странно. Так, я вам показал Минотавра. Минотавр, конечно, бомбический получился благодаря питомцу. Это просто кайф. Так, ну первого мы должны, по идее, проходить налегке. Я не знаю, как сейчас у нас, мне интересно, сколько времени. Хватит ли нам цепа в такой сборке? Потому что с цепом тут получается немножко печалька. Не максимальные прокачки. Ну, я не знаю, ли у него максимальные здания на прокачку все. Но я думаю, что с такой силой, думаю, что максимальные. Герои 14-14, все смотрю, поэтому. Ну, у него гарнизон стоит, как видите. В принципе, должны пройти. Дальше там, где водушки, вот там будет интересней. Тут даже можно, наверное, немножко ускорить этот процесс. Попробуем, ускорим с Минотавриком. Но когда нету воодушевления, вы, в принципе, сами все видите. Опа, опа, опа. Начал проседать, нифига себе. Нифига себе, вот так вот, ребятушки. Но Минотаврик шарит и тащит. Да, это, конечно, интересно. Это интересно, надо искать. У меня, по-моему, эмблемы истинной веры нету. Вариант будет у нас ставить талант. Да, эмблемы, видите, у меня нет. У меня скина тоже, по-моему, нет. Гляну. У нас по скинам, по-моему, скина тоже нету. Мы собирали так, поэтому да, тут скина нету. К сожалению. Такс. Хорошо. Хорошо, но ничего хорошего. Надо сейчас я гляну, или у меня есть талант с прошлой наших сборок. Так, отлично, еще один священный суп. Нет, таланта вроде нету. Ну, вариант, придется нам все-таки доставать талант, пока он еще актуален.
ставить. Других вариантов я пока особо не вижу, потому что, как видите, проседает. Проседает и очень дико. Даже с нашими уклонениями. Ехали на следующего топа. Хотя, я думаю, если бы он один, другие не били, то, в принципе, на первом противнике у нас проблем бы не было. А вот дальше будет интереснее. Так, тут у нас Мэри, но Мэри нам не страшна. Тут у нас Зефир. Воодушевлением. Тут, короче, нас сейчас будет дамажить Зефир. Вот это вот самое интересное. Не хватает. Или хватает, сейчас проверим. Тут еще другой нюанс, то что у нас питомец, он не максимальной прокачки, и дамажит он, конечно, по зданиям будет намного дольше. Но пока вроде от хила хватает. То есть за счет СС-ки мы превращаем больше, ну, мы делаем себе больше от хила, соответственно, это нас и спасает. Была бы другая чара, скорее всего, это было бы намного печальнее. А так... Здесь самое оно. Ну, я смотрю по зданиям, не знаю. Впритык будем, наверное, идти, скорее всего. За, не знаю, не знаю. Уже минута прошла, у нас только 17%. Но зато плюс то, что есть юниты. Есть вариант, конечно, Ронином подбить. Надо было, наверное, изначально нам Ронином просто подбить. А потом выпускать его. Очень часто такой вариант лучше всего, когда Ронином подбиваешь, а потом добиваешь просто цепом каким-то героем, который живет дольше. 1,5 минуты. Нифига. Не все так просто здесь, ребята. Давайте попробуем. Все-таки у них и силы больше, и титулы, поэтому тут все влияет. Попробуем где-то отсюда запустить Ронина, отсюда запустить Зефира. Ну, конечно, если их не убьют, не собьют быстренько. Так, ворожей вообще нафиг ушел. 30-й ворожей, знаете, как-то так. И сейчас у нас еще один минус. Мы не будем зависать особо бардом на юнитах, потому что Зефир их ушатал. Ну, в принципе... Смотрите на эту сборку Минотавра. Вот просто кайф. Вот кайфуешь от этого Минотавра. Так, ну что, пробуем отсюда забегать. Не знаю, добьем, не добьем. Но Минотавр выходит с инвиза, и он опять же неуязвим. Супер. Так, ой-ой-ой-ой-ой. А, у нас же бар треснуть всех может. Я что-то я про это и забыл уже. Бардик, давай, тащи. Нифига себе. Нифига себе, барду, конечно, повезло только что. Жестко он, конечно, просел. Смотрите, одна башня осталась. Все, сейчас будет слив. Не, нифига. Ну вот, знаете, вот бард — это тот вариант вложений, который себя действительно оправдывает, если у вас цель проходить битву гильдии без проблем. Вот, вот вам решение. Так, поехали. Троих отсюда бьем. Так, землеройка, бабушка и Фрэнка вижу. Тоже будет интересно довольно-таки. Проседает, видите, без истинной веры, конечно, совсем не то. Надо все-таки вытаскивать или ставить талантом истинную веру, потому что сливается. Ну, для этого есть, я уже показывал, куча вариаций разных прохождений. Минус просто божит.
Такс, ворожей, землеройка. Не знаю, сольемся, не сольемся, как думаете? Шанс, конечно, я и без юнитов опять пошел. Шанс, как всегда, но, возможно, бард сейчас резнет, если успеет набрать энергию. Не, все, гуд. Пошли. Но такая сборка, она уже не настолько актуальна, как с истинной верой. О, Майк, кто-то у нас тут. Попробуем. Посмотрим на мега чудо имбу. Я вам скажу. Бард все-таки еще тот красавчик. Что-то какая-то странная у него божество, честно скажу. Нифига не пробивает. Наверное, тоже дафный вариант. Нифига сделать не может. Вот тоже минус божества. Вы можете на нем просто зависнуть. У меня рунин без ничего. Тут тоже бард есть. Бард есть, лис есть. Резервант. А, это, наверное, акция пропала. Не хватает, все-таки надо докачивать питомцу 9-й скилл. Маловато дамага. Ну, еще, скорее всего, здесь привязка тоже есть к титулу и прочему силе. Чаленько дамажит. Тридцать 5%, минута 23:37. Надо выпускать еще кого-то в помощь, потому что нехватка времени. И только мы выпустили, посмотрите, что начинается делаться. У нас начинает бард просто жестко проседать. Капец какой-то. Но я скажу вам, видите, божество в дефном варианте. На деф он, по сути, сейчас ушатает, блин. Ай, не успели, видите. Просто тупо не успели. Попробуем старенький проверенный метод. Ай-яй-яй-яй-яй, забрали энергию. Офигеть. Вот так вот бывают такие вот сливы, видите, не посмотрел, а там волчонок, а волчонок снимает энергию очень круто, и все, и шанс слива, ребятушки, максимальный. Ну, как всегда, вот так вот. Надо еще смотреть, куда Минотавра выпускать. Так, поехали. Подбиваем. Ну, не знаю, в любом случае это плюс. Мне намного проще сейчас будет проходить локации. Так, сейчас попробуем на лисицу взорваться. Либо, в принципе, можно и на ворожея. Смотрите, барда просто ушатали, уделали налегке. А, у него еще и новая чара стоит. Да, это противник серьезный для нас. Попробуем против Фрэнка 1-1. Нифига себе, видите? Сливается. Надо все-таки истинную веру ставить. Тут точность у героев есть, и сила все-таки побольше, чем моя, поэтому он нас просто разбирает на раз-два. Так, ну интересно, космо. Вроде казалось бы, огненка, СО, ССка. Топовый деф, и все равно, видите, его сливают, наверное, скорее всего, из-за титула еще.
титул же тоже дает дофига стат. Его просто разгребают, ну, не знаю, ни о чем. Будем тестить, наверное, следующую сборку с истинной верой на битве гильдии, потому что это печально. Надо ему вытаскивать скин. Так, тут у нас Зефир, и тут у нас тоже лис есть. Опасный тоже противник. Пробуем сейчас Минотаврика к ним внедрить, если получится. Блин, как жестко все проседают. Ворожей дает хил. Нифига, ворожей хил не дает. 38%. Итак, запускаем Минотавра. Давай, Минотавр, жги. 88%. Стоп. Вот видите, если бы я там Минотавра правильно выкинул, было бы все изи. Минотавр реально тащит. Благодаря питомцу, благодаря непонятным статам от питомца, это реально зверь. В такой вот сборке он даже самый крутой будет. Маскировка срабатывает, выходит с инвиза, он все равно получает неуяз. Чудеса. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.